Главный перевозчик в городе Белово – пассажирское автопредприятие, которому в этом году исполняется 55 лет. Последние 3 года ПТП стабильно держит марку лучшего по Кузбассу. Здесь трудится слаженный коллектив профессионалов. Автобусный парк постоянно пополняется. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. Ежедневно на 36 пригородных и междугородних маршрутах протяженностью более 3000 километров выполняется 675 рейсов и перевозится почти 34 тысячи пассажиров. Не страшны тебе ни дождь, ни взгляд, ни резкий поворот, ни голоса гор. Что бы ни пришлось, любимой плакать, крепче за баранку держит шофер. Стаж водителя Белсах Геннадия Яковлева составляет более 40 лет. Сегодня он не представляет себя без техники. В ней что-то познавать, как она работает, и, то есть нравится. Любовь к автомобилям глава семьи передал и своему сыну, который, как и отец, работает водителем. Сергей Шихов тоже представитель династии. Водительское удостоверение получил почти 20 лет назад. Почти столько же обеспечивает безопасность на дорогах. Очень важно, считает он, чтобы сотрудники ГИБДД были профессиональными водителями. С детства, конечно, все это было привито. Еще отцом, отец был профессиональным водителем у меня. Отработал более 30 лет стажа у него на грузовой автобазе, который сейчас уже не существует. Ну, а мой дед по линии отца был профессиональным военным. Если совместить профессионального военного и профессионального водителя, получится ГИБДД. Успешно справляются со своими задачами и коммерческие предприятия-перевозчики. Услуги такси оказывают в Белове более 20 предприятий. И сегодня от всей души поздравляю с профессиональным праздником водителей автобусов, такси, большегрузных автомобилей, легковых, специализированных, в общем, все, что движется по нашим дорогам. Слова поздравления адресую следствиям, ремонтникам, механикам и инженерам, кондукторам и диспетчерам, а также организаторам дорожного движения. От всей души желаю вам новых горизонтов, безопасных дорог, без аварийной работы, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Желаем всем автомобилистам, любителям и профессионалам безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути. Около 50 лучших работников автомобильного транспорта были отмечены наградами администрации города и областного совета народных депутатов. Немало музыкальных сюрпризов подготовили виновникам торжества и творческие коллективы ЦДК.